Всем привет, друзья! С вами Ченджер, и это Wildlands. Мы находимся в провинции с пятью черепушками, которая называется Флор-де-Ора. И мы идем охотиться на генерала, но сначала нам нужно полутать по дорожке. Давай ящик с аксессуарами заберем. Мотоцикла нет, да? Ну давай возьмем микроавтобус, мы будем типа таксисты такие, оп. Поехали! Поехали, конечно, давай, погнали. Посмотрим, что такое провинция с пятью черепами. Ну, судя, если тут не будет миссии на стелс, как вот в прошлой провинции, то я думаю, все будет нормально. Ух, а то эти миссии, ну просто, они не то что сложные, они просто тупые. Я вот, ну это в любой игре, вот ненавижу такие игры, миссии, где надо, тебя заставляют идти по стелсу. Это так вот, ну это странно, по крайней мере. Так, тут единство, да? И ящик с оружием у них на базе. Ну, блин, это не круто. Тихо. Аккуратнее, аккуратнее езжай. Это такая дорога узкая, а ты тут едешь на своем драндулете. Вам придется остановиться, вылезти. Зайти вот сюда. Взглянуть в бинокль. Но тот же должен быть снайпер, ну хорош. Почему тепловизор-то мой не берет его? Ой, так, это что? Боевой аванпост. Ну, короче, это провинция с единством, поэтому она... Снайпер, на вышке. Пятизвездная, так сказать, потому что... Как только мы кого-нибудь завалим, дрон то... в воздухе. И его спалят, сразу... Снайпер на вышке. Сразу прилетит толпа помощников и начнет нас просто разбивать нам лицо. Так, еще. Вижу цель. Больше нет нигде. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Здесь турель. Здесь цель номер 5. Здесь генератор. Так, смотри, там вход в пещеру. Так, ящик с аксессуарами, собственно, ради которого мы и пришли. Генератор далеко, это жесть. Смотри, тут они подготовлены. Они, это не просто так. Эта провинция нам доставит хлопот, это однозначно уже. Давай хотя бы снимем снайпера. Враг уничтожен. Вот этот снайпер сюда вряд ли подойдет. Мне так кажется. А было бы хорошо, если бы он подошел. Но давай попробуем его заметить. Вот. Вот так. Ух, прям макушку ему самую снес. Тут такая пробка образовалась. Приближаемся к главной базе единства. Вижу разбегающиеся железнодорожные ветки, вышки. Задание «Секретная база». Подожди. Самые мрачные тайны единства хранятся на сервере базы «Ягуар». Задача — проникнуть туда, взломать сервер, скачать файлы. Я выпотрошу этих... Склады. Подожди. Эркодром. То есть... Если у Боумана надежные данные, то центр где-то под землей. Надо найти подвал. То есть, походу, нам надо в гору будет идти все-таки. Я тоже об этом подумал, когда вспомнил, что нам говорили-то вроде под землей должно храниться. Как-то залезть-то? Друзья мои, мне это не нравится. Блин, это очень плохо. Мы ползем такие беспалевные через центральный вход. Ух, ну ладно. Так, давайте вот так смотреть с этой стороны. Пойдем на вышку залезем и с вышки поосмотримся. Так будет поразумнее, мне кажется. Хоть мы и такие как слоны топаем, но уж что поделаешь. Чё, вижу цель. Но это не очень все хорошо на самом-то деле. Ну, можно зайти в гору, посмотреть, что там, потому что, мне кажется, это стоит сделать. Ладно, погнали. Вот так быстренько спустимся. Переключись на пистолет, мой друг. Вижу оружейный ящик. А то с пистолета-то вряд ли мы его сняли бы. Давай, оружейный ящик. Подойдет к моим ботинкам. Лазерный прицел. Нет, это не то.
Нет, а лазерный прицел-то сюда, это там было на другую машину. Там на автомат, по-моему, да, он был? Я что-то не прочитал. Помню, на срисует назад. Кто меня срисует? Успокойся. Нет никого. Патроны. Фу, я... Вот эта вот петля, я подумал, это голова чья-то, иду. Вот это я попал. Давай дрона вызовем. Враг на мушке. Ё-моё, стреляй по нему быстрей. Причем быстрее стреляй, потому что он может спалить нас всех. Цель выбрана, жду указаний. Давай еще ты, двоих вот этих снимем. И пойдем дальше, ну. Цель получена. С этим мы разобрались. И такой грузовичок остановился без палева. Ну ладно, как хотите, без палева так без палева, мне не жалко. ¿Están listos para el trabajo de mañana? Цель номер три. Его больше нет. Они на чеку. Вот это жестко, их тут оказывается, у них тут спальная палатка. Да нифига себе круто, нас чуть не спалили. Ё-моё. Есть третья цель. A veces no puedo dormir, hermano. Враг уничтожен. Похоже, мы их рассердили. Тихо, тихо. Нет, ну нас пока никто не спалил. Надо вырубить огонь. Огонь, освещение. Вот там генератор. Надо его вырубить. И этот чувак ушел в гору. Ну ладно. Давай, генератор надо вырубить срочно, а то это совсем не круто. Давай, открывай ее. И погнали. Погрузим мир во тьму. И теперь добываем информацию. Медали, да, медали нам важны. Есть инфа по медали, предназначенной одному. Бинокль сильнее увеличивает изображение. Это замечательно, кстати. Это хорошая медаль. Ну ладно, погнали тогда по сюжету. За убийство повстанцев. Давай посмотрим сначала гору. Просто мне интересно. Мне кажется, это база тогда. Правильно мы идем? Она под землей должна быть. Где-то здесь должен быть центр сбора данных. Да, проверим, видите, туннель. Контроль, да, действительно. Я даже сам того не хотя пришел туда, куда надо. Ну давай, отыщите главный сервер. Ладно, данных. Закончили. Ага, идем, идем постепенно. Всем внимание, в квадрате противник. Да, где? Вот терминал с доступом к системе. Давай бинокль возьмем. С трупами ведь, по-моему, ничего нельзя сделать, правильно? Трупы нельзя прятать, нет. Я просто... Появился один с пистолетами и пулеметами. Вот это прям внезапность. Я побежал такой быстро. Давай, наверное, дрона туда выпустим. Еще один. Еще одна цель. Нифига тут их... Какие у них тут пещеры. А больше нет никого. Двое, да, вас, друзья? Ну давай, двое это ни о чем. Двое это нормально. Тогда берем пистолет. Вижу цель. Трое. Трое уже хуже. Этот так готов. Нормально. Теперь двое. Отойди назад, враг тебя заметит. Но там еще ведь кто-то есть. Просто он не показывается. Назад, тебя заметили. Они нас заметили. Да хорош, возьми ты автомат. Ой, нет. Вот это жестко. Вот это жестко. Ладно.
Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Давай хотя бы возьмем очки навыка. Интересно, картель много таких раздает? Смени уже реплику. Так, машина подъезжает. Это плохо. Пацаны, тоже стреляйте. Но я... Вот это он мне дал просраться. Я понял, почему это зона с пятью черепами и почему она сложная из-за того, что тут единство. Спасибо. Но как я и говорил, что они будут приезжать и приезжать. Ладно, погнали тогда сразу туда, куда нам надо. Это жесть, нас палит. Ну, конечно, нас палит. Как мы скроемся-то? Давай, взламывай, друг. Быстрее. Я внутри. Вон, пароль 6 иксов и все. Там куча инфы. Серьезно? Погоди. Прикрывать тебя? Что, шутишь? Так, ладно, контрольная точка была, как мы в туннель зашли. Это будет сложной миссией. И вот это на самом деле сложно. Здесь не такой тупой стелс, а тут именно что ты можешь убивать их, даже если тебя заметят, но надо очень быстро это делать. И надо делать все по стелсу, потому что, как вы видели, как только... Нет! Пожалуйста! Нет, ну мы просто должны оттащить и главный сервер данных. Но вопрос, где мы находимся и какого хрена мы вообще тут? Начали бы в... Плохие парни рядом. Я боюсь представить, вы хотите сказать, что вообще все сначала? А, это другая сторона, да? Ну ладно, давай вот этого снайпера снимем и займем его место. Его больше нет. А то он какой-то слишком уж вальяжный. Хорошо, порядок. То есть это просто другой вход в ту же шахту? Ладно, тогда нормально, тогда оживите. Я хотел сказать, что, блин... Сейчас нам опять зачищать сначала всю. Живее, у нас гости. Противник на мушке. Ворота. Эй, тут солдат с ПП. Цистерна с топливом, видишь? Нет. Вообще не вижу. Под землей солдат? Ну ладно. Пусть там и остается, давай. А вот и третий. Этот готов. Ой. Нас обнаружили. Ну хорош. Вот, вот так вот. Вот такой стелс мне нравится, что я имею в виду, у нас есть возможность чисто исправить ошибку. То есть он не... А там это просто было тупое задание, что, блин, они ничего не говорят, вот так же нас спалили вроде как, он укрылся, мы успели его убить. Чего и все. Сейчас мы исправим это. Да. Мы поручили повстанцам разведать местность. Передаем данные о позициях врага. Есть. Враг уничтожен. Повстанцы подъехали. Чисто. Ребята, как вы? Да нормально, наверное. Давай, сюда можно залезть? Враги совсем рядом. Нет, нельзя. То есть мне надо ворота открывать тебе? Ну давай попробуем открыть. Я просто думал, давай вокруг такой спортсмен. Мы просто занимаемся спортом. Ну, человек бегает вокруг военной базы. Почему нет? Кому где нравится бегать? Вот тут можно залезть по-любому. То есть я был прав. Я так и думал, что не должно такого быть, что надо заходить через центральные ворота. А где тот-то чувак? Под землей, походу? Ладно. Ну что ж, пошли. Вон там он, понятно. Понятно, все ясно. Давай, быстрей. Быстрей, друг. Так, можно им тут перекрыть воду? Или кислород еще лучше.
Ух, какие у них красивые тачки-то, а. Давай выпустим дроны. Дрон в полете. И осмотримся. Ну да, мы просто с другой стороны вышли, все понятно. Все понятно, где мы и зачем мы. Там что? Там мы не знаем что, потому что это далеко. Вот терминал с доступом к системе. Ладно, давай пробовать делать это все бесшумно теперь. Цели на мушке. Жду приказа. Тихо. Цель уничтожена. Есть. И еще один остался. Последний. Давай его снимем тоже по-тихому, и тогда нормально будет. Просто это я понятно, я на шару попробовал, как обычно. Если бы удалось их взять на мушку, то было бы круто. Но не удалось, поэтому будем действовать вот так вот. Его больше нет. Так, ну вроде все. Вроде кончились. Давай кажется, тогда. Все чисто. Идем. Мне интересно, вот если я сейчас начну взламывать, убив всех перед этим, приедут ли подкрепления? Мне кажется, да. Ну, давай проверим. Там 6 иксов. Прикройте меня, пока я отправляю файлы Боумен. Там куча инфы. Смотри, поиск. Какого хрена поиск? К нам гости. Чувак, кот, лезь. Пока передаются данные. Не лезь через текстуру, ты чё, дебил? Ты же... Вот это прям жестко, он подошел так вниз... Блин, это будет очень жестко. Это будет нереально сложно. Ух! Откуда он? А, он просто сверху снизу зашел, вернее, сверху зашел. Все. Все, друзья мои, вот так вот. Ух, это сложная миссия. 5 черепушек не врали. Это действительно сложно. Тем более у нас уровень сложности еще сложный, то есть... Угу. Но я не собираюсь пока его уменьшать, так сказать. Надо оборонять эту позицию. Блин, конечно, долго, долго. Но что поделаешь, давай, погнали. Надеюсь, что сейчас у нас получится. Да ладно, не парься, это все хрень. Это все ерунда, гости наши. Снайпер. Да все, все, уже враг нет. Уничтожен. Нет. Нет никого снайпера, успокойся. Все чисто. Мы тут не одни. Внимание. Враг на мушке. Есть еще одна цель. Давай вдвоем с тобой снимем. Ясно. Цель выбрана. Этот готов. Красавцы. Вроде обошлось. Еще есть кто-нибудь? Где-то должны быть, да? Вон он. Ай, ушел, ладно. Ну а там остальное, последний внизу, по-моему, давай. Ух, ну жестко, жестко. Я скажу вам, что это жестко. Цель ликвидирована. Ну что, все чисто. Ну погнали опять по там тем же маршрутом. Бежим, бежим, бежим. Ой, друзья мои, прям... Я даже не знаю, как проходить. Опасность. Этот момент. Враг, что у нас есть из навыков, что нам может сейчас помочь? Пули непробиваемость у нас не хватит. Физические свойства на этой было. Так, С4, если поставить... А у нас не влезает. Вот, световая граната, отряд. Стойкость отряда. Они имеют вообще без разницы. Они-то быстро. Они их не убивают, поэтому стойкость отряда поднимать вертушка пока не имеет смысла. Залечь. Тихо, тихо, залежать пока. Не будем никуда. Пойдем. А можно на лифте спуститься, нет?
Лифт не работает, или лифт только для тех, кто... Я хотел по-быстрому как-нибудь пропрыгать, а пропрыгать не получится. Давай тогда бежим, 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 бежим. Так, ну мы знаем, кто где, главное. Это, в принципе, первых-то ушатать это вообще херня. Это легко, а вот последних... Последних ушатать уже сложно. Давай. Запускаю дрона. Вижу цель. Вижу вторую цель. А где третий? Слышь, друг, где третий? А вот и третий. Ага, все понятно. Давай. Ты можешь вот этого взять? Тихо, тихо, тихо. Цель получена. Отлично, красавчик. Больше не вижу цель. Ай. Его больше нет. А я стреляю-то без глушака даже. Вот я жесткий парень, да? Так, ну все, на этом давайте пополним боезапас везде, где только можно. Ух, и надо подумать, как лучше это сделать все. А лучше сделать это все, наверное, знаете как? Мы используем старый трюк. А именно мы, короче, вот так вот поставим грузовик вот тут вот. Так, есть. Мы будем такими хитрожопыми. Очень-очень хитрыми и очень-очень жопными. Так, вот тут вот нам, короче, нас надо прикрывать отсюда как-то. То есть они бегут, в принципе, с этой стороны. Либо, вернее, скорее всего, они бегут сверху. Ну ладно, главное, мы перекрыли доступ тем машинам, вот которые... Вот терминал с доступом к системе. Я внутри. Перекрывайте меня, пока я отправляю файлы Боумен. Там куча инфы. А ты скачать их просто не можешь, вот и все. И потом не надо никого прикрывать. Вот. Давай мы попробуем тут стоять. Внизу. Где-нибудь вот между ящиками бегать. Этот готов. Есть. Так, так, тихо, пацаны, вы будете прикрывать меня, нет? Давай, 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 давай. Полторы минуты продержаться, давай, друзья, держимся, должны. Они вообще мои где-то товарищи-то, что они хоть делают? Давай, кстати, можно вот это взять. Мы связались с повстанцами и вызвали подкрепление. Ясно, сейчас буду. Да укройся же ты! Нет! Не надо так было делать совсем, я не хотел это делать. Оббегаем. Перезаряжаем, пока есть возможность. И давай бежим наверх. 40 секунд. Ну, 40 секунд должны продержаться, мне кажется. Ай! Друзья, давайте, поднимайте меня. Я, друзья, говорю сейчас своим напарником компьютерным. А можете не спешить, в принципе, мне нормально и так. Давай, давай, друзья. Быстрее, быстрее, быстрее. 20 секунд осталось продержаться. Ну что, серьезно? Никто не поймет, где они хоть вообще? Они остались на улице, да? Ну, 10 секунд пройдут быстрее, чем я умру. Посмотрим, засчитают ли нам это задание. Это вот, если да, то это будет самая читерская победа из всех пока что. Покиньте штаб-квартиру, да? Но я не покину, потому что какие-то мудаки не хотят меня воскрешать. Ё-моё, ну это вообще на самом деле такая подстава, да? Я вот умираю. Серьезно? Блин, не, ну как так-то? Ой,
Бля, ну это... И все из-за того, что мои дебилы не пошли со мной в бой. Отлично. Замечательно. Просто. Просто шикарно. Но, по крайней мере, мы знаем, как сражаться и как действовать. Мы точно так же поставим грузовик сейчас. И, в принципе, я думаю, продержимся без проблем уже. Снайпер на вышке. Был. Цель уничтожена. Давай, погнали. Сейчас уже гораздо проще все это будет. Мы знаем, как действовать. Мы тогда забаррикадируем все с двух сторон, чтобы было интереснее. Но вот опять я начал какую-то хрень творить просто. Просто потому что решил повеселиться. Это игра не на веселье, это игра на то, чтобы ее просто пройти и все. Вернее, пройти. Тихо. Так, тоже прокатывает нормально. Все, все, успокоились. Все успокоились. Всем лежать. Все целы? Да. Но через эти ворота нам не пройти никак, да. То есть все. Мы бежали всегда правильным путем. Я просто решил проверить на всякий случай, вдруг можно как-нибудь пройти еще, а мы такие просто лишний крюк делали. Нет, нельзя. Это специально сделано, вот такой вот база. Везде такой по периметру четкий ров, а тут нет. Это не случайно. Ты думал, это случайно, а это не случайно. Это сделано, чтобы мы могли зайти. Но мои кореша, конечно же, остались... Решили не исследовать со мной, да? Пацаны, давайте вот, давайте как-нибудь перегруппироваться им скажем. Народ, все сюда. Иду. Вот. Ну хотя бы двое со мной, ладно, пойдем. Я еще это повторю, когда внизу будем, потому что, не, ну это бред. То есть мы тогда проиграли чисто из-за того, что это искусственный идиот, слишком идиот и слишком искусственен, да? Давай, беги, быстрее, родной, осталось совсем чуть-чуть. Дрон в воздухе. То есть они просто как бы зависают там и все. Вот один... Один так и не пошел за нами. А где третий? Ладно, все в норме. Да? А где третий? А, все, они все тут, все, отлично. Теперь все в норме, да. Так, вас двое. Третий в 140 метрах, Мидас. Отлично. Этот готов. Расслабьтесь, мы еще живы. Я и не напрягался. Все, давай, перегруппируемся еще разок. Давай. Кажется, все чисто. Все ко мне. Ясно. Мидас, давай тоже спускайся сюда, помогай своим товарищам, а то ты вообще какой-то охреневший. Ой, блин, вот это, конечно, напрягает. Ой-ой-ой, чуть было не начали раньше. Без подготовки, нет. Пристегнитесь, я вас догоню. Но, конечно, покинуть базу это тоже будет непросто, потому что надо всех перестрелять сначала. Так, я только хотел сказать, надеюсь, ты там не застрянешь, и он не застрял, он красавчик. Давай вот эту броневичок тоже подгоним в эту сторону. Вот, все четверо, отлично. Отлично, все, давай, погнали.
теперь можно начинать. И опять мы вызовем повстанцев на помощь. Двух хотя бы, это уже неплохо. Все трое со мной. Замечательно. Вот терминал с доступом к системе. Давай, погнали. Ну что ж, я надеюсь, сейчас мы затащим это задание. Перекрывайте меня, пока я отправляю файлы Боуман. Там куча инфы. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Давай. Цель ликвидирована. Есть. Стреляем. И перезаряжаем, пока есть возможность. Кто там палит? Куда? Что? Вот же суки, смотри, какие хитрые, а! Его больше нет. Так, хорошо. Патрули единства, смотри, какие хитрые, а он, главное, залез в машину, хотел отогнать, освободить путь. Но мы не дали ему. Минута осталась. Давай, минуту должны продержаться. Хорош, пацаны. Не надо так. Вот так. Отлично. Так. 45 секунд. Ладно, 45 секунд, в принципе, возможно. Это свой. Чуть был. Отступите. Куда отступать? Не надо отступать. Присядем пока. Не садись в грузовик, в броневик. Слышь ты, козлина, осталось совсем немного. Так. Отлично, осталось сколько? 3-2 секунды, все, все, отлично, выполнили. Покиньте штаб-квартиру, ну что, погнали. Все, что надо. Пошли отсюда. Вертушка единства, тихо. Где там? Где лестница-то? Вот лестница, погнали отсюда. Погнали отсюда, друзья, все, валим, валим, валим. Поднимаемся, тут не так много народу на этой базе, мы знаем, как с нее выбраться, и хрен бы с ним. Ай. Давай, 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 давай. Третий уровень патрулей, вертолет. Это жесть. Вертолет нас не видит в шахте, ты в курсе? Мне кажется, он не знает, что мы под землей, как бы вертолеты не летают под землей. По крайней мере, пока что. Потом, может, технологии дойдут до такого, но пока нет. Мы нашли кое-что во взломанных данных. Что у нас? Бывший помощник генерала Барро за решеткой. Походу, он узнал о грязных делах единства, так что Барро упрятал его. Освободи его. Возможно, он поделится какими-то секретами о бывшем боссе. Это сработает. Мы также узнали, что агентов, которых мы внедрили в единство, вот-вот раскроют. Какой-то козел из Санта-Бланки узнал, кто они, и собирается спалить их имена и клейки. Капитан единства. Я думал, можно... Есть координаты? Я хотел вынести ворота этим бульдозером. Найди его. Повиси у него на хвосте до его встречи с информатором Санта-Бланки. И разберись со стукачом. Принято. Сообщи, если узнаешь еще что-нибудь. Так, новое задание. Крот, найти капитана единства. Отлично. Найдем сейчас всех, найдем. Так, один вертолет готов. Но мы же красавцы. Давай, 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 давай. Валим, 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 валим. Тебе тут никто не мешает, ты стоишь так в углу. Ух. Так, еще одна вертушка. Патроны, кстати, заканчиваются. Зажгли вертушку нахрен. Вот это мы вообще хардкорим по-жесткому. Давай тачку сядем и поедем отсюда нафиг побыстрее только. Давай, 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 надо валить, вы... Да не стреляйте вы никто никуда, просто валим. Поедем через лес, вот так вот. Как угодно, лишь бы валить.
это... Эта вертушка все еще за нами, да? Броневик еще, давай, конечно. Всех давай до кучи. И тупик, отлично. Замечательно, по-моему, пацаны. Ух, патруль отстал. Давай, перестреляем. Ух, так. Ладно, это первое ранение. Кстати, это первое ранение за всю миссию. Это жесть. Я не думал, что такое будет. Мы прям хардкорщики. Но это было сложно. Давай, следующих надо перестрелять всех по-быстрому, и все. Ой, блин, ну ладно, валим. Просто валим. Тут где-то мотоцикл, да, был? Давайте. Но не с такой высоты, конечно, прыгать. Вот так, как-нибудь. Отстал, все нормально. Давай, давай, в кустах. В кустах спрячемся. Летит птичка единства. Берегись. Но тут-то нас не должна засечь. Лег, ложись. Я лег. Вот же суки. Не, ну это писец. Это писец просто. Вот это провинция, они дают просраться тут на полную просто. Жесткач. Давай уже, тормози все. Ух, наконец-то, не верится. Давай посмотрим, у нас 5 навыков. Что есть? Дрон. Источник шума, для этого у нас нет нифига ресурсов, кстати, ресурсы нужны. Пули непробиваемость, давай вот это вкачаем. Давай защиту автомобиля, потому что по нам сейчас стали чаще стрелять, когда мы едем в машине, и это плохо. Так, что тут? Сюжетное задание, крот. А тут? По следам генерала, найдите лейтенанта повстанцев. А тут, соответственно, что за крот-то? Подожди, найти капитана единства незаметно. О, блин. Мои любимые задания. Так, ну я думаю, стоит что? Стоит, наверное, вот отсюда начать, потому что с этой стороны-то уже вроде как бы тут тяжелее пробираться. А здесь мы сразу поедем вот в эту область. Вот так вот, друзья мои. Давайте тогда на этом закончим. У нас, в принципе, вышла серия. Была преждевременной. Да, серия-то была отличная. Мы все-таки хардкор, но мы прошли. Это на самом деле тяжело было. Тяжелее, чем в предыдущих провинциях. Ну, так что вот так. Ну что ж, с вами был Ченджер. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующей серии. Пока.